Все мы привыкли, что субботники традиционно проходят в начале весны. Но, оказывается, бывают исключения. 2017 год объявлен годом экологии. Поэтому не случайно Министерство экологии и природопользования Московской области запустили акцию «Зеленый день». В основном, значит, лес загрязнен отходами производства и потребления. Потому что много гуляющих, отдыхающих, в том числе и жителей, и, к сожалению, от них остаются следы загрязнения в лесном массиве. Будем сегодня все убирать и вывозить. По урокам окружающего мира мы знаем, что природу необходимо беречь, ведь если этого не делать, человечество может поплатиться. Потребительское отношение может привести к серьезным экологическим катастрофам. Только в 2016 году на территории нашей страны произошло несколько больших катаклизмов. Разлив нефти на Сахалине, в Анапе и Черном море. Экологическая культура становится частью корпоративной этики. Люди выходят из офисов и плечом к плечу могут почистить водоем, посадить деревья, вместе с экологами провести в порядок заказник, поставить информационные аншлаги. А если компания дополняет это конкурсами, экологическими квестами, мастер-классами, это отличный тимбилдинг. Сотрудники Сбербанка не случайно выбрали берег русла реки Саменка. Это одна из наиболее проблемных точек района. Зачастую после отдыха люди оставляют мусор. В этот день собрали огромное количество мусора, пустые бутылки, пакеты, бумажки, опавшую листву и мелкие сухие ветки. Мы уберем сегодня территорию возле прекрасного озера, которое вы видите в Барвихе. Наше участие здесь не случайно, потому что миссия, социальная миссия Сбербанка, она начинается с момента образования. Субботники начнут приносить пользу только тогда, когда люди начнут бережно относиться к природе. Ведь, как сказал российский ученый Владимир Вернадский, человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и не считаться с ее законами. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».